Всем привет, ребят. Блин, не успеваю, хотел заснять видосик более, скажем так, интересный, но мы сейчас все-таки, может, успеем. Ну, как обычно, нубы сливаются. Пробежать багажку старыми нашими героями, то есть я поставлю сейчас героев, которых мы там раньше использовали, не знаю, кто как использовал, конечно, но я, в частности, бегал с такими героями. Возможно, где-то будут нестандартные прокачки, я просто не успевал уже все выставить, и, как видите, время поджимает, поэтому сейчас мы по Берику соберем, что у нас получится. То есть я хочу пройти, посмотреть, насколько, кого я смогу пройти старыми героями. То есть мы поставим там Купидона, Варлока. То есть такие герои, которые раньше использовались очень часто на битве гильдии, и мы так проходили. Так, кто там у нас еще? Ару берем. Давайте с Богом возьмем. Так, просто очень интересно на это посмотреть, кого мы все-таки сможем завалить по Берику. Так, ворожей. Ну давайте пока оставим его. Анубиса брать не будем. Берем Варлока. Варлока возьмем с Бастионом. Очень интересно на это посмотреть хотя бы. Если вам понравится, пишите комменты, и мы уже в следующий раз постараюсь раньше, потому что куча роллингов, куча всего. Я не буду гнаться за топом сегодня, там набить свой топ. Хочу просто посмотреть, до чего дошла прокачка новых героев, и кого мы сможем вообще осилить, а кого мы даже приблизительно не сможем убить. Так, кого еще возьмем? С таких героев посмеяться хотя бы. Так, дерево. Так, смотрим, что у нас дерево есть. Так, Бигфута тоже уберем сейчас. Давайте поставим черепа с разбросом ради интереса. Так, 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 и у нас будет ворожей для отхила. Пусть будет так. Ну, вот такой вот составчик будет. Ворожей пусть будет даже с новым талантом. То есть у нас самое основное, против кого мы вообще сможем сейчас воевать. Поехали. Надо еще забытую пройти. Так, Люди Икс. Посмотрим, что тут у нас топ. Так, ну Фрея. Вот тут я сразу больше чем уверен. Там, где Фрея, Стрелок, нам вообще ничего не светит. Даже если будем Черепа сейчас стартовать. Варлока уже ушатали. Так, мы кого-то там... Вот так вот даже. Ничего себе. Дерево резнуло. Смотрите, мы там героям практически урона даже не нанесли. Даже нету смысла заморачиваться, побежали дальше. Так, о, видите, как нам портануло. Есть Анубис, ну попробуем сейчас Анубиса. Смотрите, как сразу у нас жестко, причем. Так, тут у нас, смотрю, Некрос жесткий. Так, ну-ка. Покажите мощь. Ну, к сожалению, видите, жестко все происходит. Так, ладно, попробуем отсюда зайти. Так, обезвредили, и давайте опять черепа начнем это все. Так, смотрите, что мы сделали. Ничего себе. Ну. Так, Афину. Так, кто там у нас Ронин остался?
Ну, тут шанс. Сейчас нас Анубис может просто всех нафиг положить, если мы его не ушатаем. Так, кто там на Анубиса пошел? Ну, вроде более-менее нормально. Ничего себе! Даже таким составом мы еще что-то смогли сделать. Жесть. Жесткие. Красавчики. Короче, унижаем иксов по полной обычными героями. Так, тут у нас Фрейя с этой стороны. Отлично. Как бы нам ее вытащить? Вот даже так вытащили. Так, ну сейчас Некрос может нас всех положить нафиг. Что, в принципе, случилось. Плюс Фрейя сейчас включится. Ну, как вариант, было бы больше времени. В принципе, думаю, смотрите. Остался один Некрос с таких, кто нам может навредить. Но у нас уже, к сожалению, только вариант его затащить, ушатать. Ну, давайте, давайте, давайте. Не подведите меня, ребята. Оу, оу. О май гад. Если мы сейчас его лопнем, то это значит, что это дно полное. Такими героями. Это жесть, ребят. Что я могу вам сказать? Вот вам топы. Без всякого там Анубиса. Без всяких... Ушатали Фрейю, Некроса, Анубиса и всех остальных. Это позор просто. Это просто позор. Вот вам старые герои. Видите, все-таки старые герои еще тащат. Несмотря на то, что они, конечно, у меня прокачаны. Так, нам надо юнита побольше. Потому что нас сейчас ушатают. Ну. Баги так и не починили. Но это просто... Надо, если бы было больше времени, я бы там с радостью и с топами всеми потягался, но у меня времени нет. Так, тут мы этого пробовали, но тут расстановка немножко далековато. Так, что тут у нас? Анубис. Окей. Пробуем вот так вот. Ну, как видите, Фрейю и стрелка мы обезвредили. Все, стрелок практически сказали стрелку до свидания. Юнитов у нас нет. Так. Ушатать Фрейю, 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 Фрейю. Сейчас она может просто всех разнести. Если мы ее... Вот видите, в чем плюс? На данный момент плюс ары наши, он просто блокирует ее. И она ни хрена сделать не может. Все. Это просто жесть. Это, не знаю, это позор. Обычные герои просто шатают рай всяких и все остальное. Зачем вам топовые герои? Вот обычные герои. И качайте, они у всех есть. Поехали следующего унижать. Так, что тут у нас? Блин, у меня жалко юнита уже нет. Так, ну тут опять попробуем точно так же все сделать. Так, Анубис у нас там уже включился. Да, у нас Фрейя внизу, это плохо. Но мы, в принципе, на Фрейе сейчас можем разогнаться. Если бы была тыковка, конечно. Ну тут по одному Фрейя может положить. Возможно, есть смысл тут через Фрейю пойти. Даже не знаю. Ладно, пробуем пока так. Пока мы ее блокируем. Что у нас по башенкам тут? В принципе, неплохо, неплохо получается. Ну, тут она нас поодиночке может сейчас развалить всех. Вот черепа уже снесла. А мы ее будем сейчас заряжать. Хотя у нее отхила не должно быть. Конечно, мы сейчас каждый раз будем ее заряжать. Ну ладно, пробуем. Не, я думаю, тут все-таки не вариант
таким состоянием. А, уже поздно, все. Ну, ничего страшного. Сейчас, конечно, у нас, знаете, в чем проблема? У нас всегда будет ворожей ее включать. Сейчас, если Ару она вырубит, то на этом все закончится. Потому что мы... Так, ну-ну-ну-ну-ну, давайте дальше. Так, ну, в принципе, нормально. Мы ее все равно блочим. Минута 23. Так, еще одного. Так. Варлок, давай, родной. Отлично. Так, блокировать ее. Это просто смешно. Это просто мега унижение обычными героями. Так. Отлично. Ну что, еще один топ и Иксов просто унизили обычными героями. Так. Так, а сколько мы там прошли? Сколько у нас времени есть? А, мы практически уже последняя попытка. Даже без сливов. Это жесть. Так, у нас тут Фрейя сбоку. Так, у нас тут есть одна неприятность. Это Бигфут. Давай, блочь. Ай, блин, не заблокировал. Видите, Фрейю не заблочили, все. Она нас просто сейчас ушатает вместе с всеми героями. Да, тут. Михайло. Ну, у меня нету юнитов, чтобы сейчас переагривать. Нету времени уже на это. 55 минут. Ну, в принципе, думаю, в следующий раз, если вам понравится, мы еще раз так потрешуем. Так, что тут у нас? Фрейя с этой стороны. Ну, будем пробовать все-таки через Фрейю бежать сюда. Так, у нас тут, смотрю, ворожей нарывается. Так, ну что, досвидос. Еще один топ. Как же так? Как так? До свидания. Вот так вот, ребят, вот такая вот битва гильдии по Бырику. Что получилось, в принципе, видите сами. Можно шатать топов даже просто обычными героями. Правда, их надо немножко прокачать. Здесь, конечно, не то, что я хотел вам показать, но я постараюсь вам это все показать уже на следующий ПК. Если вам понравится, обязательно ставьте лайки, пишите комменты. Ну, мы, в принципе, как обычно, ушатали, набрали свыше 5000. И вот так вот, ребят. Все. Подписывайтесь на канал, обязательно лайкосики, участвуйте в конкурсе на Огнекрыло. Ну, такая вот была у нас интересная БГ. Всем пока.